Не жалея нервов пассажиров, земли и резины, известный гонщик Хироши Масуока демонстрирует возможности нового пикапа от Mitsubishi. Именно в составе команды этой фирмы гонщик дважды победил в ралли Париж-Дакар. Хироши и сейчас участвует во многих соревнованиях и тренирует молодых гонщиков. С российскими дорогами знаком не понаслышке. Я не первый раз в России и успел проехать по многим трассам. Грязь, слякоть, снег — все это мне знакомо. Сегодня я показал, как сибирское бездорожье может покорить наш новый пикап. Пассажиры сами испытали надежность машины. Лучше один раз испытать, чем 100 раз услышать. Тот самый внедорожник, который так нахваливает Хироши Масуока, это новый L200. Среди пикапов эта модель одна из самых популярных в России. У сибиряков к машине особые требования. Кабина только с рядом для пассажиров, большой кузов и двигатель обязательно дизельный, чтобы уж точно заводился в морозы. Она будет хорошо заводиться при отрицательных температурах и гораздо лучше задние сиденья предусмотрены, расстояние между сиденьями. И ходовые характеристики тоже улучшены. Новый L200 стал уже 5-м поколением пикапов этой серии. Многое в машине улучшили, но есть вещи, которые попросили не менять сами водители. Этот автомобиль обладает чертами, которые нельзя было менять. Да, наши покупатели просили оставить рамную конструкцию, просили оставить надежность легендарную этого автомобиля, дизельный двигатель. И были параметры, которые они просили улучшить. В первую очередь это комфорт, набор опциональный, увеличено количество опций и эргономика. Удобство посадки за рулем и не только преодоление бездорожья, но и движение на долгие дистанции с комфортом. Если поездки с чемпионом ралли Париж-Дакар недостаточно, чтобы оценить новую машину, всегда можно записаться на тест-драйв. После этого впечатление будет уж точно объективным. Димит Лабушев, Эдуард Баглай, Афонтово. Новости.